Да, это я. Ты не могли бы мне помочь устроить романтическое задание? Да, я могу помочь. Да? Встретимся через час в раю. Что? В раю? Всем привет, ребят, с вами канал Брест ТВ. Сегодня у нас новый трюк с пиздевателем. Поехали. Так как на носу 14 февраля, день влюбленных, мой друг меня попросил сделать ему свечку. Свечка у нас, как всегда, непростая, золотая. Для этого нам понадобится презерватив, зажигалка и свечка. Ребята, спустя час переливания вот такого, у нас вот получилась вот такая свечка. Вот, мы ее можем даже поджечь. Вот, для романтического свидания сойдет. Что ж, ребят, осталось купить только продукты для романтического свидания. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делаются и дорвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. С вами был канал Брест ТВ, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я всех вас поздравляю просто от души с Днем Святого Валентина. Пока!